Что Маша делает? Ты помогаешь маме суп варить? Трешь морковку? Ну ты потихонечку, пальчики аккуратно, следи за пальчиками. Вот Маша помогает мне на суп тереть морковку. И чуть-чуть зубками, да? Тебе нравится помогать маме? Да, помощенка моя. Мы с Машей готовим суп. Еще ваш малыш может наполнить формочки для льда. Да, Маш? Да. И малышу интересно, и вам меньше дел. Тебе нравится помогать маме? Да. Надо пользоваться этим возрастом, пока им все хочется, им все нравится. Для них это как игра. Потому что если не давать им сейчас помогать, они потом не захотят, когда вам действительно нужно будет. Еще одна осталась. Давай. Не обязательно, потом благодарите за помощь. Спасибо, Машунь, ты мне очень помогла. Да? Спасибо тебе большое. Ты помогла маме. Суперня. Блинчики. Мяшки. Мишка. Иди тоже. Подожди, подожди, еще рано так перевернул. Завтра еще давай переворачивай. Так аккуратно. Снимай, не переворачивай. Ну как и раньше.